Районный суд Минска признал чемпионку мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александру Романовскую виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и присудил ей административный штраф, эквивалентный $1000. Белорусская полиция задержала участницу зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхеньяне в среду. Об этом сообщил фонд спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, заключенных в тюрьму или отстраненных от работы за их политические взгляды. По данным организации, 25-летняя чемпионка мира 2019 года по фристайлу была задержана после тренировки и доставлена в партизанский РУВД Минска. Затем ее перевели в изолятор временного содержания, отмечают представители фонда. Лыжница является одной из 2000 белорусских спортивных деятелей, кто подписал открытое письмо протеста. В нем осуждаются как мошеннические президентские выборы 2020 года, на которых Александр Лукашенко сохранил власть. Он отрицает обвинения в том, что итоги были сфальсифицированы. В письме, в котором требовалось провести повторное голосование, также содержался призыв освободить всех задержанных во время массовых уличных протестов, которые вспыхнули по всей республике после выборов и которые власти подавили. Ряд белорусских спортсменов, в том числе олимпийский десятиборец Андрей Кравченко и баскетболистка Елена Левченко, были задержаны и отбывали сроки в тюрьме. Другие потеряли работу или были отчислены из национальных сборных. На Олимпийских играх в Токио в этом году бегунья Кристина Тимановская отказалась сесть на рейс домой, когда была отстранена от игр против ее воли, после того, как она публично пожаловалась на тренеров. Она бежала в Польшу, заявив, что опасается за свою безопасность.